В Сергокалинском районе построят новый детский сад. В селе Кадыркент идет строительство нового здания на 40 мест. Заказчиком работ является государственное автономное учреждение «Республиканский центр по сейсмической безопасности». Работы идут полным ходом. Планируется их завершить к концу ноября этого года. Отметим, что воспитанниками функционирующего детского сада являются 22 ребенка. Еще 18 ожидают своей очереди. Таким образом, строительство нового детского сада полностью покроет потребность села и обеспечит все нуждающиеся семьи местами в детском саду.